Так, всем привет! Я наконец-то собрался снять видос, который очень-очень давно планировал снять. Сегодня речь пойдет об экипировке, но скорее не о выборе экипировки, а о выборе размера. Я сегодня хочу рассказать вот о такой новинке 2022 года. Это наколенники Bauer. Линейка Pro, размер Int. Не взрослый сеньор, а переходной Int. Почему выбор такой пал? Ну, я себя считаю достаточно худощавым и субтильным вратарем. И, соответственно, взрослые наколенники мне казались, они слишком свободны на мне сидят. Когда я планировал заказывать наколенники Pro, у меня была возможность выбрать и взрослые, и переходные. Ну, я поговорил с продавцом. Покупал удаленно, из города Питер. Николаю привет. Поговорил с продавцом. Продавец сказал, что визуально они практически не отличаются. Что взрослые, что подростковые. Я решил провести такой эксперимент, потому что повелся, наверное, на то, что очень часто, когда продавцы продают руки, ловушки, например, очень часто продают интовские для взрослых и делают такую пометочку для вратарей с небольшой рукой. Ну, соответственно, я вратарь с небольшими мышцами бедра, решил, что мне подойдет инт. Вот замечательные такие наколенники. Повторяю, серии Pro, новинка 22 года. Что мы имеем? Значит, отстегну один наколенник. Наколенник классического форм-фактора, бауровского. Значит, вот оказывается не классического. То есть я обычно сравниваю с S18. Для меня это классика. А здесь от S18 отличается тем, что нету еще четвертой резинки, которая на голени. А так все очень и очень похоже. Защита бедра. Эта часть на голени. Эта часть, такая вот скоба подвижная, это уже непосредственно само колено, коленную чашечку. То есть нового здесь ничего нету абсолютно. Все знакомо тем вратарям, которые используют бауэрскую защиту колена. Supreme тот же самый. Вот. Ну, за исключением того, что нету четвертой липучки, которые на голени. Так вот, для чего этот видос? Для того, чтобы люди не... Вернее, не люди. Для того, чтобы худощавые вратари не велись на такую штуку. Пауза небольшая. И покупали все-таки себе амуницию чисто по размеру. Я сейчас покажу, это у нас, значит, сейчас уточню. Где написано, где левый, где правый. Что-то я потерялся. Левый. Левый налокотник, левый наколенник, защита бедра и колена на левую ногу. Раз. Два.
Вроде бы так все ничего, но вот этот уже, вот этот, эта часть уже туговато. То есть, если я буду полностью затягивать, ощущается, ну, сильный дискомфорт. То есть, и под коленом сильно перетягивает, резинка сильно перетянута. И, ну, в бедре, чуть повыше колена, ну, тоже достаточно туго. При всем при том, что это я хочу сказать, что я достаточно субтильный человек, и если кто-то из вратарей нормальной комплекции пойдет по тому же пути, по которому пошел я, то его ожидает очень сильное разочарование. Так, все плотненько, достаточно надежно. То есть против конкретной модели ничего сказать не могу. Хотя непонятно, очень немало я по осени видел объявлений на Авито, когда народ продает подобную модель с отзывами, то что, ну, не понравилось. Поскольку я жлоб и в них ни разу на лед не выходил, чтобы как бы полностью сохранить товарный вид для дальнейшей продажи, потому что я их все равно, поскольку в них играть не буду, я их буду продавать. Вот, на лед я не выходил, но по ощущениям вроде бы все нормально, за исключением размера, конечно. Что еще могу сказать? Цена на данную модель зависит от жадности продавцов. На спортдепо я видел взрослые до 16 тысяч. Интовский я не помню, где-то, мне кажется, 14,5. В славном городе Петроград, в Санкт-Петербурге, такие наколенники обходились в конце лета 10-300, взрослые, кажется, 11. Вот. Ну, они сейчас приблизительно так стоят. В принципе, все. Все как обычно. У Бауэра добротно, надежно. Вот. Сказать больше ничего про эту, поэтому не могу. В конце взвешивать я это дело не буду. Потому что я, например, очень часто не понимаю людей, да, вот по поводу резинок, резинки плотные достаточно, с гриппом можно, наверное, назвать, то есть нанесение такой как бы резинового зигзага, ну, для плотного прилегания, коты бегают, для плотного прилегания и для того, чтобы сама резинка не скользила. Вот. В заключение, ради интереса, решил замерить, что же у меня с бедром. Вот. Смешная такая часть видео. 43 сантиметра объем над коленом. Может быть, это кому-то будет полезно, скажем так, при выборе тех же самых наколенников, допустим, для вратаря 13-14 лет, если у него уже мощные бедра, 43 сантиметра интовские ему будут уже малы, тесны. На этом пока, наверное, все. Больше мне сказать нечего. Ну, а так, конечно, очень-очень симпатичный, очень достойная защита линейки Pro. Ладно, спасибо всем за внимание. До встречи. Всего доброго.